Всем добрый день, посетим магазин «Меломан». Я думаю, всем известен этот магазин. Здесь очень много всегда вкусных сладостей с Европы. Например, вот эти сладости стоят 8500 килограмм. Это около 17 евро. Также здесь можно купить игрушки, диски, всевозможные книги. Очень-очень большой ассортимент. Вот, например, этот диск стоит 26 990. Это около 50 евро. Вот такой большой ассортимент. Также здесь можно купить и приставку PlayStation 5. Например, джойстик для приставки PlayStation 4 стоит 32 990. Это порядка 60 евро. А вот такой Sonic стоит также 25 990, но здесь похоже, что несколько дисков. К сожалению, не совсем удобно снимать, потому что везде ходит охранник. Ну и как бы прям совсем, наверное, нельзя. Не знаю. Очень хочется показать сладости. Вот, например, вот такое печенье Баунти стоит 2700 тенге. Это где-то около 6 евро. Почему я называю цены именно в евро? Так как это более европейский магазин. По крайней мере, возможно, и магазин российский, но товар здесь в основном весь европейский. Вот такие поки-печеньки стоят 1500 тенге, это около 3 евро. Ассортимент, конечно, в магазине большой, но, к сожалению, не было возможности все заснять. Обязательно посетите и сами все увидите.